сразу две команды из Санкт-Петербурга сюда прибыли. «Зенит» и вот как раз «Коломяги». Ну вот посмотрим, как сегодня играет, будет «Спартак». «Спартак» сегодня в черной форме. И сегодня уже в «Спартаке» третий вратарь за весь турнир, который себя попробует Андрей Гриманов. Высокого роста голкипер. Я думал, что выше Маркетесова никого не бывает в 2001 году, но нет, я ошибался. Ну что ж, в воротах Андрей Гриманов, полевые игроки 14-й Арсений Левшук, 12-й Дмитрий Маркетесов, 31-й Богдан Сенин, 11-й Артем Букреев, начинает он встречу сегодня в стартовом составе, вчера вышел на замену. Фаниль Сунгатулин 9-й, Руслан Литвинов 20-й, тоже вчера на замену выходил. Тимур Абдурахманов 17-й, Денис Файзулин 15-й, Максим Данилин 6-й и Никита Судариков 21-й. Некоторые изменения наш главный тренер Алексей Леонидович Лунин произвел в стартовом составе команды. Ну и гости в белой форме, они выступают. В воротах Илья Суримович, полевые игроки Ярослав Марков, Тимур Казанский, Андрей Чездаев, Елисей Хлебников, Михаил Фомин, Владимир Филиппов, Егор Криславский, Данил Мусаткин, Рахман Ибадулаев и Павел Шанин. Такой состав. Дмитрий Овчаренко, главный тренер команды «Коломяги». С центра начинают гости. Напоминаю для тех, кто не знает, два тайма по 35 минут. Вчера команда «Спартак» выиграла у своего соперника «Сахалина» со счетом 7-0. А «Коломяги» сыграли в ничью. Ну вот, сразу первый же резкий стык попали нашего Букреева. Но тот спокойно, даже не дернулся, бровью не повел. Левшук, что далеко Арсений поначалу отпустил мяч, но потом спокойно его догнал. На Богдана Сенина сыграл. Сенин и Арсений. Вот такая была комбинация. И сейчас по краю Литвинов подачу выполняет. И Судариков сразу же перекладина. Забить бы, Никита. Забить бы на первой минуте. Ух, как было бы легче, как вчера на второй «Спартак» забил. Как раз тоже был прострел с этого фланга. Только тогда выполнял его Абдурахманов. Свои ворота забили сахалинцы. А тут подавал Литвинов. И Судариков попал в перекладину. Ух, какой же момент был на первой минуте. Но ничего. Ничего, будут еще моменты, надо их просто реализовывать. Надо сказать, что Руслан Литвинов вчера мне очень понравился. Правда, выходить на замену при счете там 3-0, 4-0 гораздо легче, чем, допустим, выходить с первых минут. Но сейчас он себя проявил очень неплохо. И смотрим, как будет дальше. А вот Левшук очень быстро сбросил на Файзулина. Файзулин вчера было много моментов. Один он реализовал. Но где-то тушевался. Где-то не решался нанести решающий удар. О, посмотрите, наш центральный защитник идет вперед, продавливает там соперника, роняет их. И в это время его страхует Фаниль Сунгатулин. Левшук просто снес соперника на своем пути. Все по правилам, все чисто, правда, мяч ушел в аут. 0-0. Сунгатулин отбрасывает мяч Маркетесову. Дима переводит на правый край. Букреев. Хороший пас на Литвинова. Ну, надо с Абдурахмановым сыграть, но свободен Тимур. Пораньше надо было даже это сделать.
Данилин. Синин. Пасует направо. Букреев. Судариков. Сунгатуллин в штрафной площади. Фаниль. Простреливать. Нет, и передачу делать. Все, что угодно надо уже делать. Нет, назад откидывает мяч. Букреев подает. Судариков мог выигрывать вверх. Сейчас промахнулся по мячу. Жаль. Левшук отбрасывает назад. Здесь снова Маркетесов. Маркетесов продавливает защитника. Входит в штрафную. Простреливать, замыкать. 1-0 повел «Спартак» на четвертой минуте матча. Тимур Абдурахманов после передачи Дмитрия Маркетесова открывает. Вот судьи, кстати, из Череповца, Тамбова и Нижнего Новгорода сегодня обслуживают эту встречу. Хорошо, замкнул передачу Маркетесова Абдурахманов. Ох, Левшук, как жестко и как здорово сейчас сыграл. Это умение большое. Сыграть жестко и в пределах правил, чтобы соперник потом еще боялся тут мимо тебя пробегать. Это тоже важно. Букреев вынужден скинуть мяч назад вратарю. Литвинов, вот смотрите, как глубоко сел. Он с Сунгатуллиным, они могут это делать по очереди. Что, собственно, и происходит. Файзулин. Файзулин может идти сам. Он, собственно, это и делает. Смещается в центр, решил пробить не самый сильный удар, но в створ, вратарь забирает мяч. Прекрасно, прекрасно, начали неплохо спартаковцы. Литвинов снова достал с Букреевым, Букреев спокоен. Хороший пас, Сунгатуллин. Он уже на правом фланге. Перед ним защитник. Фаниль делает передачу назад. Вот Абдурахманов чуть-чуть поскользнулся. Видимо, поливали поле перед игрой. Еще пока чуть-чуть сыроватый, хотя сегодня жарко. Прилично жарко. Тут в Сокольниках всегда есть какой-то легкий ветерок. Но, понимаете, и поле искусственное. Ну и такой уже зной стоит в 10 часов утра. Тяжеловато, конечно, играть, но ребята справляются, конечно, все в порядке. Тут. Штрафные удары Коломяги пробьют. Сильный пас вперед. Коломяги, по-моему, так район называется в Санкт-Петербурге. Если я не ошибаюсь, вот сейчас Богдан Сенин. Да, судья свистнул, да, мяч покинул поле, да, но надо быть внимательнее, конечно. Нельзя допускать, чтобы соперник вот таким образом выковыривал там мяч на лицевой. А вдруг судья не свистнет, не поднимет флаг и так далее. Доигрывать до конца, до свистка. Маркетесов. Левшук подключался. Маркетесов не довел до него мяч. Но вот сейчас Данилин. Отлично, отлично, Максим. И пас, вот пас подкачался. Сейчас посильнее его надо было сделать. Смотрите, как Левшук. Он выигрывает пока все единоборства. Может, пока не самые сильные соперники, но я не берусь судить об их силе, честно говоря. Да, пусть там у Сахалина вчера выиграли 7-0. Раньше же я не видел ребят из Сахалина 2001 года рождения. Файзулин. Сунгатуллин. А пробить? Пробил Фаниль, пробил не точно, да и не сильно даже. В итоге мяч спокойно покидает поле. Отворот. Сунгатуллин, Файзулин. Литвинов. Неплохо. Букреев.
Подача! Мяч перелетел через Сударикова и не долетел до Файзулина. Но Левшук, кстати, откуда он взялся здесь? Сейчас Арсению надо на свое место возвращаться. Тем более промахнулся сейчас Маркетесов. Ну и опять Левшук выручает партнеров. Не пропустил мяч. Не знаю, был ли там офсайд. На всякий случай Арсений сыграл. Правильно сделал. Маркетесов погнал вперед. Падает. Надо возвращаться Диме. Левшук делает возможность Маркетесову вернуться спокойно на позицию центрального защитника. Сунгатуллин выдвигается на свою опорника. Аут. Попросил Маркетесов мяч, получил его. Есенин выполнял передачу на Абдурахманова. Тот спрятался в самый край. И не точно. Литвинов. Фол. Бугреев. Абдурахманов. Снова Букреев. Подача в штрафную явно не задалась. Сунгатуллин. Литвинов. И не доходит мяч до Сударикова. 10 минут команды сыграли в первом тайме. 2 по 35. Напоминает первенство России среди игроков 2001 года. Финальный турнир. Давненько Москва не видала такого. А 2001 год еще и не играл на Россию. 1-0 Спартак пока выигрывает. Тимур Абдурахманов забил первый гол. Надо сказать, что и накануне он поучаствовал в первом забитом мяче. Сделал прострельную передачу. И там мяч от игрока Сахалина отскочил в ворота. Файзулин как протащил мяч через все поле. Вышел один на один и не забил. Абдурахманов пытался выполнить подачу. Попал в ближнего же защитника. Полез Абдурахманов. Нарушений правил нет. Можно играть. Сразу вступили в отбор спартаковцы. Букреев там просто давит защитника. Что тут будет делать? Ну, давайте постоим. Еще 25 минут в первом тайме есть. Но нет, мяч все-таки уходит за боковую линию. Сунгатуллин. Ох, какая передача-то. Не готов был Литвинов. Ой, не готов. А сейчас получи этот мяч, да, и бей. Проигрывает борьбу сейчас Богдан Сенин. Маркетесов, Файзулин, ах, пяточка на Левшука, да, но это слишком слабо было. Это аут, да-да-да. Поторопился сейчас Левшук, но судья буквоедом оказался в этой ситуации. Ну что там, метр. Файзулин, Литвинов, Судариков направо, Абдурахманов, можно обострять, убирал под левую, ничего не сделал, но вот Букреев подал и здесь офсайд. Причем какой-то очень агрессивный товарищ на трибунах, очевидно, из Коломяк. Не знает правил, что судья поднимает флажок, когда либо кто-то пошел бороться за этот мяч, либо получил. Левшук.
вратаря, Никита! Защитник тебя не опережал! Стой! Ну и пошли питерцы в атаку. Причем Спартак, если выходит из группы, здесь может как раз попасть на другую питерскую команду, на «Зенит». Напоминаю, 4 группы, по 2 команды из группы выходят. А сейчас угловой возле наших ворот, с правого фланга. Сейчас будет подача с левой ноги. Подача. Ух. Наш вратарь как уронил мяч. Еще один угловой. С другого уже фланга. Нет. Другой футболист сейчас будет подавать. Андрей Чадаев. С правой ноги теперь. Литвинов. Ух, что-то вдоль своей вратарской. Снова Чадаев. И мяч влетает в ворота. Как он там влетел? Чадаев отыгрывает мяч. Первый пропущенный спартаковцами мяч на этом турнире. Букреев из-за боковой. Выносит мяч голкипер. Ну, тут спокойно скинет мяч Маркетесов. Просто вообще без проблем. Литвинов нет. Не получил мяча. Еще одна передача. Спокойно. Спокойно забирает мяч голкипер. Сенин. Пять неточная передача. Вот так вот теряется просто мяч. Абдурахманов. Приходится назад вратарю играть. Маркетесов смотрит, кому отдать передачу, и грузит туда в штрафную аж площадь. Там Файзулин побоялся. И с удариков головой. Но это, конечно, очень смешной гол. Очень курьезный гол. Не, судья реальный буквоед сегодня. Коломяги уже замену готовят. Напомню, середина первого тайма. Сунгатулин. Литвинов. Сенин. Как-то нервозно сегодня действует Богдан. Вроде бы особых ошибок нет, в обороне именно, да, хотя там тоже что-то было, но в передачах не очень. Но у него другие сильные качества есть, там тренеры все решают. Файзулин. Заброс в штрафную площадь, Абдурахманов поздно включился, но тем не менее успел к этому мячу, чуть-чуть не дошел, поэтому получилось перебросить не только ворота, но и заградительную сетку. Отворот. Yeah.
Данилин. Судариков. Данилин. Ах, направо бы сделать на Литвинова, но Данилин решил все сделать сам. Поскользнулся перед ударом. Ну что ж такое? Левшук. Данилин. С правой ноги мимо ворот. Угловой. Угловой показывает судья. И замена у команды Коломяги. 7 минут Суринович. Выходит на поле. Вместо Егора Криславского. Один. Спокойно Судариков после углового забивает третий гол. Хорошая подача на ближнюю штангу. В среднем там спартаковцы выше своих оппонентов. Еще Судариков пошел, затоптал опорного полузащитника соперников. Это лишнее. Левшук. Одним финтом решил трижды обыграть. И трижды обыграл игрока команды соперника. И, ну, передача неудачная. Арсений отдал. Надо было чуть-чуть назад, конечно, вырезать. Но и так понятно. И Арсений, я думаю, это понимает. Смотрите, он уже вернулся, он уже здесь. Вот здесь надо было сыграть первым касанием. Моего техники не хватило. Мяч обработан, но наелся. Наелся в одном эпизоде, сколько он поучаствовал. В итоге мяч упустил в аут, ничего страшного. Спартакцы ведут мяч из боковой. Вообще 24 минуты сыграно в первом тайме, но надо сказать, что, естественно, арбитр добавит. Останавливал игру. Пить воду. Букреев мяч остановил на самой бровке. Нет, даже не остановил. Такие ошибки иногда наказываются. Сенин. Аут. Они! Середину заполните радио! Данилин, Сунгатулин, Букреев. Но Судариков сделал передачу. Судариков зацепился за мяч, сразу грузил Данилина. Офсайд. Осмотрел судья. Сунгатулин. Ох, увидел, как хорошо Левшука. Арсений падает, поскользнулся. Ничего страшного не произошло. Еще. Из-за боковой. На Файзулина. Файзулин хорошо бежит. Аут. Ну вот мяч у Левшука, но надо открыться. Выбивает. Выбивает мяч игроки команд гостей. Здесь один Маркетес. Сенин. Абдурахманов. Очень строго по бровке играет Абдурахманов. Но вот сейчас он входит в штрафную. Передача под удар. Сунгатулин. Фаниль промахивается, подстраивался, левый ударить, правый, двумя ногами сразу пробить. В итоге пробил левый, и, ну, как-то нечетко. Мяч прошел мимо ворот. О,
Ух ты, как интересно получилось у Сунгатуллина. А здесь Файзулин почетче бы отдал передачу Литвинову, тот выходил бы один на один. Не получилось. Не все еще получается у 14-летних пацанов. А некоторым 14 только исполнится. Но то, что они думают, хорошо и правильно, это здорово. А у Сунгатуллина он собирался сыграть правой ногой, а мяч попал в левую. А получилась передача. Это едва ли не стало голевой. Сунгатуллин. Ну, теперь какой-то черпак делает в штрафной площади. Данилин, Сунгатуллин. Что через себя пытался пробить Файзулин. Ох, Левшук здорово оставил мяч в игре, но здесь не хватило движения Сунгатуллину. Здесь Файзулин подхватывает мяч. Можно входить в штрафную. Остановил его защитник, капитан команды. Букреев. Здорово сейчас сыграл в отборе. А вот как под него летел сейчас игрок команды соперника, желтую карточку он получает. Еще одна замена в команде Коломяги. Встает Букреев. Не нужна ему медицинская помощь. Ну, за само такое движение. Фомину показали желтую. Пятый вместо 20-го выходит в команду Коломяги. Это Роман Андреев. Вместо Павла Шанина. Вот две замены еще в первом тайме. Что, 28 минут позади. Сколько добавит судья? Одну или две? Маркетесов. Полез по центру. Фланг, кричат ему с тренерской скамейки. Но он и так обыграл троих, четверых, пятерых и упал. Причем упал сам. Пошел еще прессинговать вратаря. Да, центральный защитник у нас самый центральный из всех защитников в мире. Сенин. Пас не кому-нибудь, а Маркетесову. Абдурахманов. Тут Сенин сыграет. Литвинов. Сунгатуллин. Данилин. Ай-яй-яй-яй-яй. Чуть-чуть не хватило Максиму, чтобы проскочить там, выскочить на ударную позицию. Ну, Судариков, ему что? Ему спину поставить, и все, и хватит. Данилин. Маркетесов. Сенин. Судариков. Данилину. Здесь от Файзулина мяч уходит. 30 минут команды сыграли. Но судья, вот хоть и буквоед, но последователен. Маркетесов в центр поля. Там Абдурахманов делает скидку. Но как-то на Сударикова не очень получилось. Я бы сказал, совсем не получилось. Данилин вступил в борьбу, мяч отобрал. Ну, подставил сейчас Левшука Литвинов. А Данилин очень здорово сейчас мяч убрал. Забрасывает на Сударикова. Судариков выходит один на... Почему не играл-то? А что еще нужно было сделать, Никита? Что ж такое? Сейчас шел хит-трик еще в первом тайме. Литвинов. Сунгатуллин.
Файзулин, побежал Левшук, его ждет, да, Левшук с левой ноги, передача в штрафную, не получилось. Ну, сейчас Арсению надо возвращаться. Партнеры есть, которые навяжут борьбу и так далее. Ну, а здесь Маркетесов все сделал как надо. Поставил корпус, подстраховал партнера, и за боковой Левшук сейчас ведет мяч в игру. В никуда бросил мяч Левшук. Но спартаковцы его сохранили. Файзулин. Маркетесов. Прекрасно. Сенин. Своему передача. Абдурахманов. Забегает Букреев. Абдурахманов сместился в центр. Данилину можно было бы отдать, но нет. Обыгрался с Удариковым. Вошел в штрафную. Вышел из штрафной. Вошел в штрафную. Ударил Попов ближнего. Судариков там чеканит мяч головой. В общем, все, что надо. Букреев. Да, это мяч выносит соперники. Аут. Литвинов. Букреев. Абдурахманов. Обыграл. А дальше-то что? Падение Сударикова, удар мимо ворот. 3-1. Спартак выигрывает у Коломяги. Напоминаю, ребята, 2001 года рождения. Это первенство России. Букреев. Судариков. Забрасывал на Файзуль, но тот врывался туда в штрафной, но мяч до него не дошел. Не пустил Арсений, да, получил похвалу от тренеров. Хорош Данилин. Сунгатолин делает перевод на Букреева. Литвинов. Абдурахманов. Падает Тимур. Но зато Сунгатолин вовремя подставил ногу. И скидывает Судариков. Не успел, чуть-чуть сам же Фаниль туда. Время вышло. Что-нибудь добавлять судья? Помощник, резервный арбитр ничего не показал пока на табло. Сунгатулин, Абдурахманов входит в штрафную. И сейчас точную передачу надо отдать. Тимур решил пробить и не попал. Что там со временем, товарищ судья? Он забыл. Он думал, по 45 играет. Одну. Всего-то одну. Но она уже вышла, наверное. Данилин. Левшук. Сунгатулин. Левшук, передача штрафную, Судариков, ну, должен был опережать. Абдурахманов скидывает мяч назад, набегает Литвинов. 4-1, поехали. Руслан Литвинов с передачи Тимура Абдурахманова успевает за эту одну добавку. С центра поля начинает Коломяги, после этого, наверное, свисточек прозвучит. Нет, дает еще поиграть судья, повозить мячик. Вот теперь все. Ну что, 3-1, ой, 4-1 после первого тайма выигрывает Спартак. Перерыв.